Всем снова привет, продолжаем прохождение игры Stray. Играем за рыжего кота. Если хотите помочь каналу, можете перейти по ссылкам ниже на Boosty и Donation Alerts. Итак, мы отправляемся в канализации с Момо. Мы вроде все сделали в прошлых сериях, отдельно... Не могу поверить, док, ты его нашел и заполучил дефлюксор с Балтазар. Теперь мы сможем отыскать его. Вперед! Канализация. Городская техническая нетворк-сеть. Вот там два зурка сидит, прыгает. Какое жуткое место. Да, согласен. А, тут вообще все заросло. Охренеть. Наижучайшее место. Даже лампочка работает, а та не работает. И все расплывается. Расфокус какой-то. Ладно. Робот там без головы. Чего говоришь? Не вижу способа открыть эти ворота. Может взглянуть с другой стороны? Без проблем, попробуем. Так. О, яйца. И рычаг. И как всегда яйца закрывают. Эти рычаг. Коконы эти, я не знаю, что это. Скорее всего там зурки. Дверь. Ой, они что-то краснеют, когда я приближаюсь. Так, и что делать? А, подождите-ка. Ну а, ну да, зурки. Зурки. А если пробежаться? Ой, сколько вас тут. Что за зурк такой? Какое противное существо. Сдохни. Все. Фу, блин, какая-то жижа после нее остается. Так, ладно. Что мы открыли? Не, что-то открылось. А, туда плыть. Всего понял. Какое ощущение, как будто бамбук это. Я никогда не отходил так далеко от трущоб. Когда ты со мной, мне даже не страшно. Да, без проблем. О, какое большое место. Насосное, что ли, какая-то. Наверное, или очистительное. Не знаю. О, три зурка, один мелкий прыгающий. Так, куда мы едем, плывем? О, мопедка затонувшая. Thank you.
Вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. А как вручную? Лапами точно не можем. Какие-то переключатели. О. Не понял, что он делает. А, он действительно вручную. Нифига. Сейчас, секунду. Смотрите-ка, надпись-то не на человеческом. Получается, эти машины, так как мы прочитали, что 7 миллионов лет прошло, человечество давно вымерло, как 7 миллионов лет назад. И получается, роботы производили технику, потому что за это время все это вышло давно из строя. Даже канализацию по заложенной ранее схеме как-то работали до сих пор. А сейчас они эволюционировали, у них появилось сознание. Нифига себе. Быстрей, прыгай под дверь, долго я не продержусь. Хорошо. Офигеть. Уф, я не могу пройти с тобой, но я не перестану искать выход. С Балтазар и Клементина. Когда найдешь их, расскажи им, каким я был храбрым. Блин, по какой-то кишке сейчас пойдем. Мясные сталактиты и сталагмиты. Очень странная штука. О, еще робот здесь. Без головы. О, еще один тоже без головы. Офигеть. Так, там ничего нет. Пойдем сюда. О, еще один. Слушайте, эти зурки, они едят только головы роботов. Они конкуренты в эволюции, в сознании, что ли? Они не хотят другой разумный вид? Пусть он и электронный. О, эти мясные шарики. Сейчас взорвутся? Нет, не взорвались. Не. Ну их нафиг, не будем трогать. О! Сюда. Так, здесь я, наверное... Подождите-ка, а можно и туда? Ой, там зурков куча. Глаза светятся. Ну, а, вот туда можно еще пройти. Давайте глянем. Ай, цепись. Все? Все. Отлично. Ноги. Тут два робота. Тоже без головы. А эти штуки не работают. Все-таки должны здесь быть какие-то воспоминания. А вот еще. Вот первые воспоминания. Отлично. Канализационная система. Да, теперь я вспомнил. Чистой воды было мало. Снабжение города осуществлялось с помощью огромных машин, копавших глубоко в землю. Как и все остальные, ее берегли, чтобы помочь людям во время засухи. Ученый показал мне схему резервуаров для воды. Они огромные, могут вместить в себя целое здание. А, тут такие маленькие воспоминания будут, да? Хорошо. Так, здесь больше ничего? Нет, здесь больше ничего. Так, темно что-то. Все, отлично, погнали. Так, там зурки. Здесь ничего нет. Что это? Мне показалось, что-то... Противогаз, что ли? Для кого? Для роботов. Ну, они же копируют, да, людей, по идее. И действия их. О, что там? А там ничего не видно.
Жуткое место. Вон, два зурка сидит. Эй, вы можете лопнуть? Нет, не могут. И наверху там сидели где-то. Ух, ё-моё, рассадник этих зурков. Так, надо потихонечку здесь их, наверное, ликвидировать. Надо куда-то пробираемся, значит, куда-то. Очень мало места для маневра. Назад отступать некуда. Ой-ой-ой, сколько вас тут. Ну, лопается прикольно. Ой, маленький, большой. Чпок такой. Ну, мелкий, мелкота. Отцепись. Что ты такое? Все, лопнуло. Пробежимся? Да, они взрываются, когда я... Отлично. Можно так их, в принципе, на себя агрить, чтобы не тратить энергию. А потом уже отходя... Да, вот так вот. Прям неплохо уничтожаются, слушайте. Давайте. Отлично. Хорошо. Так. Чуть-чуть осталось, да? Мелкота всякая пооставалась. О, еще есть. Нарывы. Ой, отцепись. За жопу схватили. Так, где тут? Все? Закончились? Тут рычаг, я просто заметил. Ну, вроде больше нет их. И это хорошо. Открываем. Они несложные. Мы уже агрили на себя очень их сильно. Так что тут их мало вылезло вообще. В принципе, предсказуемо было. Тут вообще что-то какое-то странное место. Их мало. Мяу, говорит. В принципе, на себя можно их вешать, а потом их просто взрывать. Не, ну это опасно, можно и... Оу, тут глаза. Это какой-то новый вид. Это левиафан какой-то. Че, на себя агрить будем? О, там еще и нарывы есть эти. И коконы зурков. Ну, давайте агрить на себя. Да, что-то немножко опасно было. Все, хорош, блин. Опасно было. Так, вот этот верхний кокон какой-то. Надо их больше объем брать. А то я слишком близко их освещаю. Надо будет дальше их освещать. Так, давайте все эти... коконы взрываем. Да, тут еще есть. Капец.
Все. Эта штука прям напрягается, эти штуки рождаются прям. О, видите? Оно их порождает. Зурков. Эй, мелкое существо. Ой, давайте эти тоже лопнем. На себя их вызовем. Сколько их тут, блин, кишит. Так, ну-ка, скучковались. А, ну вы уже сами взрываетесь. А, слушайте, он под светом взрывается? А, не. Наверное, дефективные какие-то получились. Поэтому сами уничтожаются. Все, больше не будешь тут ничего производить? Вроде нет, но оно следит за мной. Это какой-то огромный левиафан. Мега разум. Сюда? Да, сюда вроде. А, не, это тупик какой-то. Какой-то тупик. Ау. А, это воспоминание, нифига. Что это? Эта субстанция растет везде, где есть зурки. Из чего она сделана? Она пульсирует, как живая. Думаешь, мы внутри гигантского организма? У меня мурашки по корпусу. Офигеть. О, есть, отлично. Воспоминания. Так, это тупик был, да. Значит, вон туда нам. Опасно. Блин, надо повзрывать эти штуки. Мне кажется, здесь что-то сейчас будет. А что здесь делать? Блин, два ключа. Так, здесь и не припри... два ключа. Надо открывать. Заранее я их поуничтожаю. Так, ну здесь я пробегу, тех не буду трогать. Вот эти уберем. Все. Путь свобод... Ну, я думаю, здесь пробежим. Но боюсь, что эта штука сейчас будет вызывать все равно их. Потому что глаза закрыты-то. Оно спит. Я не знаю, что оно делает вообще. Спит или что делает. Ладно, глянем. Ай, она проснулась. Ладно. Надо теперь на ту сторону, получается. Да, оно, блин, их рожает опять. А, беги. О, даже не зацепили. Все? Все. Так, да, два ключа. А, тут еще и лампочки зеленые есть. Отлично. Ну, пока. О, снова роботы. Погрызанные. За мной следит. Тут их много. Три штуки. А, три штуки здесь всегда. А, их больше там, по-моему. А, еще сверху. Нифига.
Странно, дверь переклинила. По идее, наоборот должно. Перекос будет в другую сторону, типа бочка на бочку легло. О, нифига глазница. Охренеть. Что-то стрёмно здесь. Здесь какой-то парк машин был. Ладно. Тоже разумный. Обычно кот бы слинял и все. То есть эволюция повлияла на котов тоже, но как-то не очень сильно. Так, бежим. Все, у нас что-то робот подох. Бежим. Зурки нападают. Нифига, бьются прям. Отцепитесь, сволочь. Куда бежать-то? Нет, сюда налево. Ай, блин, не сюда. Дверь закрывается. Быстрее, быстрее, быстрее. Успели. Блин, подох этот. B12. Эй, давай, живи. Было темно. Я был один. Было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня. Спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Теперь дефлюксор полностью уничтожен. Мы должны быть осторожны. Но если дефлюксор уничтожен, получается, зурков мы больше не увидим? Или что? Или починит нам кто-нибудь? Так, остановился этот. А там ничего нет? Наверное, нет. Ну, пойдемте. Надеюсь, зурков больше не увижу. Хотя тоже было прикольно бегать от них. Ну, о. Герметичная дверь какая-то. Здесь уже наростов нет. Смотрите-ка. Ну да, а что там? Там просто мусор. О, нифига себе. Ну, знак аутсайдеров. То есть здесь они. О! Ну, можно сказать, какая-то живность появилась. Путешественник из канализации. Мы давно не видели никого из вас. Это ты связался с нами ранее, маленький аутсайдер? Аутсайдер с Балтазар ждет тебя. Он медитирует на вершине поселка. Я понял. На какой вершине? Офигеть, поселок какой. Прикольно. О, там кто-то тоже есть. Ты кто? Прыгнуть хочешь, что ли? Смотри. Зачем прыгнуть ты хочешь? Ладно. Рабовейник. Там копаются тоже в мусоре, по-моему. Да. Цветы прям растут, нифига красные.
Эта машина. Ученый, которому я помогал, использовал одну из них. Он был болен. Это была его последняя надежда. Он вошел в машину. Но меня с ним не было. Он был один. Что он делал? Он загрузил себя в компьютер, и потом все стало по-другому. Но при загрузке что-то пошло не так. Он застрял на сотни лет. Пока не появился маленький кот. Это был я. Я был тем ученым. Я был человеком. Я... Дай мне минутку. Отлично, воспоминания есть. Офигеть. А, прости, я... Дай мне минутку. Сейчас не до разговоров. Короче, он в шоке. Что-то тут красит. Ха, довольный такой. Да, смотрите, неактивная. Познакомиться нельзя. Все пропало. Мы проиграли. Я тут поставил руку. Дерево. Вот, залезть можно. Я сюда... А, сюда можно. А, о. Взять фиолетовое растение. Нафига. Ладно. Кто-то телек там смотрит. У Кубыш телевизор. А, он дрыхнет. О. Есть воспоминания. Отлично. Да, ничего нельзя сделать. Ну, прикольно на таком телеке гонять. А что там за фирма? Тистатион какой-то. ТВ Стейтион. Телевизионная станция, что ли? Хорошо на нем играть, наверное, ретро игры. Такой удивленный, это пожелтело. Так, ну здесь больше ничего нет. Наверх. Короче, к Балтазару идем. О. Мусора, как всегда, здесь дофига. Что за место? О. Ты кто там такой? А, можно дрыхнуть. Хорош дрыхнуть. Просто хотелось посмотреть, как выглядит этот рабовейник. Ну, прикольно. Чего? А, это мы здесь были. А спуститься как теперь? А, вот так же.
Так, ну пойдемте с Балтазару. К Балтазару. На самой вершине сказали, да? О! Что я еще забыл? У меня же должны быть родители, друзья. Что с ними случилось? Я хотел открыть город, но остался ли хоть кто-то, кого можно спасти? Блин, он только что отошел. Ладно. Погнали к Балтазару, а потом, наверное, со всеми пообщаемся. Во! Смотрите, что это. Что это? И разве ты не знаешь, что сеанс трансцендентальной медитации прерывать нельзя? А, это ты. Ты был с Момо, когда мы получили тот звонок ранее. Рад наконец-то познакомиться с тобой, маленький аутсайдер. Ты знаешь Момо и Доко, так что ты уже знаком с нами, аутсайдерами. Я скучаю по ним. Память о них приносит мне умиротворение. Момо остался в трущобах. Я слышал, ты помог найти Доко, а Клементина... Она сейчас в Мидтауне. Если ты все еще хочешь увидеть аутсайд, именно она может тебя туда отвезти. Видимо, у нее был план, как выбраться из города. Вот, возьми. Я написал ее адрес на обороте фотографии. Так, фотография. Клементина. А вот слева... Не пойму. Слева, наверное, вот это... Он есть. С Балтазар. А Клементина справа. О, адрес. Очень интересный адрес. Красные, кстати, точки вот эти я видел на дверях в трущобах. Скорее всего, это номер будет. А вот эти три зеленых, не знаю, что это. Ладно, разберемся. Так, далее. Чтобы попасть в Мидтаун, надо подняться на самый верх нашего маленького поселка. Для такого ловкого, как ты, это пустяк. Если у тебя получится добраться до аутсайда, ты станешь первооткрывателем. Я бы пожелал тебе удачи, но она тебе не нужна. Я верю в тебя. Извини, что отключился раньше. Я человек, возможно, последний в мире. Смотри, что от меня осталось. Я так много всего вспомнил, но как много я забыл. Клементина, вдруг если мы найдем ее, то сможем восстановить мои воспоминания и помочь тебе вернуться домой. Мы можем вернуться вниз и расспросить компаньонов или отправиться дальше в Мидтаун. Конечно, расспросить сейчас. Да, это вот этот, по-моему. Ну-ка, подождите-ка. Везде Моноконеку. Не вижу Фейса. Да, это, по-моему... Слева с Балтазар был на фотке. Но он подключился вообще к сети. Типа медитация, все дела, офигеть. А, и мы с Момо когда видели на телевизоре, вот эту рожу и видели. Ясно. Так, ну я хочу вниз. Как вниз? Попасть здесь есть? А, у ведро вниз. В самый низ, давайте. О, тупик. О, тут еще есть с кем поболтать. Давайте снизу самого, там, где рылись в мусорке. Ага, здесь мы были. Мр. Так, 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 там, где они играли в маджонга, если я не ошибаюсь. Да, тут ведро. Давайте потом с ними пообщаемся. Вот там что-то вывеска какая-то. Рыба. Но это... Иероглифы трансформировались. Цветочек. О, можно забрать цветочек. А ну-ка. А, короче, мы забрали что-то. Зачем-то, зачем-то что-то. Ну ладно, смотрим. А много циклов назад я был роботом на побегушках, но перепрофилировался в охотника за сокровищами. Не надо завидовать. Это тяжелое и неприятное занятие, как и рука, которую я только что нашел. Бедняга. Ржавей с миром.
Кто-то называет это мусором, но для меня это сокровище. А если я мякну, что с вами будете? Раздраженные, как всегда, да, мешаем? Да, один раздраженный, один такой удивленный. О, нифига себе. Какие-то странные звуки издает. Так, к доминошным пошли. А, нет, там кто-то красил что-то. Что-то красит. Такой что-то закрывает там, не подсматривай. Это у вас куда-то еще двое делись. Разложено на четверых. А, ну по-моему, она для четверых игра, да? Если я не ошибаюсь. 9536 выигранных игр против 6 проигранных. Вообще-то я запрограммирован на победу в этой игре. Только никому не говори. По статистике я должен был выиграть как минимум 8 раз. Этот всего 8 раз. Тот вообще около 10 тысяч. А что если... А, все херово, все плохо. А, мяу, говорит. А сейчас с ними пообщаться, если... Не, они хотят общаться, все, собирают все свои доминошки. Они прям собирают или что? Ладно, потом посмотрим, исчезнут они с пола или нет. А ты знал, что у белой краски более 900 оттенков? Я работаю над созданием своего оттенка краски, только никому не говори. Назову его мусорно-коричневым. Ну, давай, удачи. О, эти двое. Обожаю запах свежей краски. Он напоминает мне о... Погоди. Я не могу чувствовать запахи. Как грустно. Сразу грустный такой. Давайте ему поможем, может, сильнее. А, снова там веселый стал. Теперь запахи краски еще больше. Нормально. У Мэй сейчас период деконструктивизма. Это она так говорит. Уверен, что она станет великой художницей. Если бы только она могла практиковаться где-нибудь в другом месте. Мэй? Это она? Да, это Мэй. Ладно. А вы как вас кличут? Мари. Ноам. Интересно. Мамуч. Сорс. Так, пойдемте дальше. О, дрыхнущий тут. Кррр, электрические зурки. Везде. Кррр. Они имитируют то, что люди спали, да? Он имитирует сон. Интересно. А, стоп, подождите, я забыл тут же. Да, воспоминания. Это язык. Роботы-компаньоны создали его с нуля. Удивительно. Я помню, как это происходило, когда я был в сети. Не знаю, когда именно, но в какой-то момент все общение стало переводиться на эти символы. Я застрял в компьютере и долгое время был совсем один. Поэтому я переводил каждый символ, каждое слово одно за другим, пока не смог все понять. Теперь, когда я на свободе и знаю их язык, я бы с радостью послушал все, что они хотят сказать. Отлично, все воспоминания есть. Пойдемте дальше. О, привет. Как давно нам никто не заглядывал? Ну, кроме этих проклятых зурков, конечно. Представь, что было бы, если бы мы могли использовать их энергию. Пусть бегали бы в колесе. Эх, какие возможности пропадают. Ха-ха, вот такой прям это самое. Так, ну-ка сюда. Когда я вырасту, я хочу быть таким же знаменитым, как тетя Клементина. Я хотел стать исследователем, как она, но взрослые запретили нам покидать рабовейник. А, это школотрон. Ну да. Что-то у него одна нога красная. Все, весь корпус остальной желтый. Еще новенький, можно сказать. А этот пошарпанный. И большой. Да, у них маленький есть робот. Так, сюда. Сюда. А подождите-ка, там можно было... Если... Ой. Не, давай спустись.
Где-то тут, если не ошибаюсь, был этот. Вот он, розовый. Можно было забрать. Я ж красный собрал. Фиолетовый, по-моему, да? Да. Фиолетовое растение. Чмык, есть. Так, ну погнали дальше. Так, а здесь, здесь. Да, можно сюда. Сюда. Вот, ты кто? Не, не реагирует. Успокаивающий звук падающего мусора, блестящие водопады, никаких опасностей. Блаженное место, чтобы поработать над стихами. Вот, послушай. О, могучий бетон, в своем чреве меня укрывший. Будешь ли ты и могилой меня погубивший? Думаешь, это слишком торжественно? Да, нормально. Офигеть, они уже стихи пишут. Это круто. Так, это, понятно, с Балтазар. Ну да. Так, это куда мы идем? Тупик. О, мы здесь еще не были. Эта еда на самом деле ужасна, но это единственное, что тут есть. Если я и дальше буду есть эту дрянь, придется ослабить переднюю панель. Меня называют жестяным шеф-поваром. Я специализируюсь на переработке остатков. Сегодняшнее спецпредложение – рамен G45 с моим секретным ингредиентом. Ясно. Интересно. О, желтое. Желтое. Забираем. Так, сюда. Так, наверх. О, можно и туда. Квак. Не, сюда нельзя. Не, и сюда нельзя. О! А ты кто? Сейчас с тем пообщаемся. С висюльками на голове, на шляпе. Фу, скукота! Тетя Клементина раньше здесь проводила занятия, мы узнали столько всего интересного. То есть Клементина сюда наведывалась постоянно. О, часы идут. А ну-ка, они совпадают со временем? А, да, кстати. Ну, такое здесь 16 часов. Ну, сейчас совпадают, 4 часа 30 минут. Ну, ладно. Офигеть. А у те? Те до 12 часов. Те вообще не идут. Очень странно, ну ладно. Подрать. Дом, милый дом, наверное, написано. Или добро пожаловать. Хватит, останавливаем. Ой, привет, дружище, как дела? Ты знал, что тетя Клементина научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? У меня их огромная коллекция. Хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Не хватает желтого растения, красного растения и точно фиолетового растения. Вот бы кто-нибудь маленький и ловкий достал их для меня. Ну, держи. Ух ты, очень красиво, спасибо. Найдешь для меня еще один? Ну, пожалуйста. О, я слышал, это редкое растение. Спасибо. Найдешь для меня еще один? Ну, пожалуйста, лови. Обожаю этот цвет, спасибо, дружище. Ты нашел их все. Большое спасибо. Вот, возьми мой значок в награду. А, отлично. Так хорошо смотрится. Ну, береги себя. До встречи, друг. Все, мы всех, по-моему, обошли. О, можно наверх, а это вниз. Ведро, ведрище. Самый низ. А здесь что? Здесь ничего. Все, это выход, по-моему. Да, а как дальше? Сюда. А, да, сюда. Сюда. Значок. Сюда. Ау, сюда. Давай, прыгай.
Да, выход, все. Угу. Очень интересно. Так, мы поднялись, наверное, в Мидтаун. О! Использовать предмет. Что ж, друзья, давайте продолжим это в следующей серии. Мы прошли канализацию и этот рабовейник. Спасибо, что посмотрели. Обязательно оцениваем, подписываемся, комментируем, делимся этим видео. Если хотите помочь каналу, можете перейти по ссылкам ниже на Boosty и Donation Alerts. Всем счастливо и всем пока!